Всем здорово, с вами Старпер. Сегодня я расскажу, как добыть чертежи всех щитов и всех складных ловушек в Dead Cells на патче 1.1.2. В закрепленном комментарии вы найдете ссылку на видео, в котором объясняется принцип действия охотничьей гранаты, увеличивающий шанс дропа чертежей до 100%. Плюс для вашего удобства в этот же комментарий я добавлю навигацию с тайм-кодами на каждый конкретный чертеж. Начнем со щитов. Поехали! Чертеж отбрасывающего щита падает из моба ловец, встретить которого можно на кладбище, в дремлющем храме и в королевском замке. Шанс дропа 0,4%. Чертеж стены падает из моба щитоносец, встретить которого можно в тюремных камерах, древних сточных канавах, крематории и недрах тюрьмы. Шанс дропа 1,7%. Чертеж штурмового щита лежит за дверью, запертой на временной замок, в переходе на локацию тропа обреченных. Доберитесь до нее быстрее, чем за 2 минуты, и чертеж ваш. Чертеж кровопийцы падает из моба щитоносец, встретить которого можно в тюремных камерах, древних сточных канавах, крематории и недрах тюрьмы. Шанс дропа 0,03%. Чертеж шипованного щита падает из моба мясоруб, встретить которого можно в заброшенном склепе. Шанс дропа 1,7%. Чертеж отражающего щита лежит в секретной зоне на локации деревни на сваях. Чтобы попасть в секретную зону, вам нужны оба ключа от деревни, то есть первую запертую дверь нужно обойти поверху. Забрав второй ключ, бегите в самый конец локации, активируйте лифт, ведущий в часовую башню, и спрыгивайте вправо. Проломав пол, вскоре вы достигнете запертой двери, за которой находится чертеж отражающего щита. Чертеж силового поля падает из моба гниющий зомби, встретить которого можно в древних сточных канавах и деревне на сваях. Шанс дропа 0,4%. Получение чертежа возмездия – это долгий и нудный процесс, который я подробно описал в отдельном видосе. Ссылка на него в закрепленном комментарии. А я перехожу к складным ловушкам. Чертеж двойного авторбалета падает из моба зомби, встретить которого можно уже в тюремных камерах. Шанс дропа 0,4%. Чертеж тяжелой турели падает из моба слэшер, встретить которого можно в крематории, недрах тюрьмы, на кладбище и в королевском замке. Шанс дропа 0,4%. Чертеж прилипал и падает из моба шипастик, встретить которого можно на локациях крематории, недра тюрьмы и королевский замок. Шанс дропа 1,7%. Чертеж турели огнемета падает из моба шокер, встретить которого можно в крематории, недрах тюрьмы и заброшенном склепе. Шанс дропа 0,4%. Чертеж мясорубки падает из моба бегун, встретить которого можно на тропе обреченных и в деревне на сваях. Шанс дропа 1,7%. Чертеж дробилки падает из моба линчеватель, встретить которого можно в крематории, недрах тюрьмы и заброшенном склепе. Шанс дропа 0,4%. Чертеж взрывной западни падает из моба защитник, встретить которого можно на тропе обреченных и в дремлющем храме. Шанс дропа 0,4%. На этом все. В следующий раз я расскажу о чертежах гранат и сил, так что не забывайте подписываться на канал. В описании к видео есть куча полезных ссылок, не проходите мимо. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Старпер. Всем счастливо.